Главы Казахстана и России встретились в Сочи. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили широкий круг вопросов. В частности, речь зашла об интеграционных процессах и налаживании отношений с Турцией. Также стороны рассмотрели ход подготовки к предстоящим встречам в рамках саммита G20 Совета глав государств СНГ и Казахстанско-российского форума межрегионального сотрудничества. Что касается наших отношений, я считаю, что они образцовые. И в политическом, и в экономическом плане. Я знаю, что готовится очень много проектов, примерно на 25 миллиардов долларов совместных контрактов. Наша задача – быть вместе и помогать друг другу. Я рад, что налаживаются отношения с Турцией. Наши казахстанско-российские отношения остаются стабильными на основе наших договоров о дружбе и сотрудничестве. В свою очередь Владимир Путин отметил сотрудничество двух стран в рамках взаимовыгодных инвестиций. Объем казахстанских вложений в экономику России составляет свыше 3 миллиардов долларов. У нас реализуется ряд очень серьезных крупных проектов, и не только в энергетике, а мы с вами знаем, что значительная часть казахстанской нефти на внешний рынок идет через территорию Российской Федерации, а наша частично идет через Казахстан в Китай. Но у нас и в сфере промышленного производства развиваются отношения, развиваются достаточно неплохо. Я имею в виду прежде всего планы в области машиностроения. Здесь наши компании все активнее и активнее работают на казахстанском рынке.